Ефір телеканалу «Білорусь-2» розпочинає інформаційний випуск телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенко. Доброї раниці. Сьогодні представники білоруської енергетики означають свою професійне свято. Менавіта від їх праці залежить безперебойна робота промислових підприємств, школ, больниць, тепло і утульність любого дому, а у кінцевому виніку – якість життя кожного чоловіка. Що сьогодні собою уявляє республіканське унітарне підприємство «Гомельенерго»? З якими виниками і перспективами яно підійшло до свого свята? У матеріалі наших кореспондентів. Гэта галоўны дыспетчарскі пункт гомельскай энергасістэмы, цэнтр аператыўнага кіравання. Падобных пунктаў гомельскай вобласці налічваецца некалькі, адсюль сеткі разыходзяцца на дзесяткі тысяч кіламетраў. У цэлым у сістэме рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельэнерга» сёння працуе каля 8,5 тысяч чалавек. Менавіта гэтыя людзі забяспечваюць бесперабойнае электра- і цеплазабеспячэнне ўсёй гомельскай вобласці. Вот в это здание я пришёл в 1978 году инженером в эксплуатационную службу. Я работал несколько лет в электрических сетях. 15 лет я проработал в центральной диспетчерской службе. Ну и вот с 2002 года заместитель главного инженера. Гомельская теплоэлектроцентраль номер 1 была уведена в эксплуатацию еще в 23-м годе минулого стагодия. Сегодня же республиканское унитарное предприемство «Гомельэнерго» – это складанный технологичный комплекс, который включает электростанции, котельни, трансформаторные подстанции. Протяглость только тепловых сеток складая амаль 800 километров. Линии ж электропередач разной могутности распростерлись больше на 30,5 тысяч километров. Развивалась не только Гомельская ТЭС, развивалась вся система. И вот за этот, в общем-то, ну, в масштабах, там, скажем так, человеческой жизни короткий промежуток, изменения настолько серьезные. Причем, скажем, не только в усложнении или изменении элементной базы, оборудования, а профессиональное качество людей, точнее, образовательный уровень. Профподготовка выросли настолько значительно, что я вот даже с трудом вспоминаю, как у нас справлялись люди со средним образованием, семью классами я вот встречал людей. Сегодня даже на рабочих должностях работают люди с высшим образованием. До своего профессийного свята «Гомельэнерго» подошло с достойными выниками. За апошний год были выполнены все основные показчики. Коллектив спрацевал без сбоев. А кроме того, подходит до конца реконструкция гомельской теплоэлектроцентрали номер 1. Это серьезный объект, как у финансовом, так и у техничном плане. Уведение его у эксплуатацию даст махчимость значно повысить экономичность энерговыкористания. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сьогодні у Гомельській обласній клінічній больниці відбудеться відкриття операційного блока. Менш чим за один год тут був проведений ремонт. Дякуючи йому і оснащенню оперблока сучасним обсталяванням, відзначають медики, значно полепшаться умови для проведення операції, що так само повинно привести до поліпшення виніка у хірургічного лячення пацієнтів з разностайними патологіями. А напередодні у Гомельському обласним громадсько-культурним центрі ушановували навученців, які отримали премію Гомельського обласного виконавчого комітету. Заслужені узнагороди переможцям уручив старшиня Гомельського облвиконкому Володимир Дворник. З місця подій наш кореспондент Євген Побаловець. У церемонії прийняли удзел 50 вихованцаў установ агульна-сярэдній і професійна-тэхнічнай адукацыі з усіх районаў вобласці і горада Гомеля. Гэта абавязковае патрабаванне, таленавіта моладзь ёсць у кожным рэгіёне. Да прыкладу, Александр Ігнатоўскі з'яўляецца адным з адураных перспектыўных маладых людзей у сваіх родных Лельчыцах. Я абшэстанны дзеяцель Лельчыцкага района. Я состою в областном совете старшеклассников, совет лидеров ученического самоуправления. Я также награжден за успех на областной олимпиаде по русскому языку, диплом третьей степени. Падтрымка таленавітай моладзі – адзін з прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі. Прэмія прысуджаецца па некалькіх намінацыях. Гэта не толькі сфера адукацыі, але і культура, спорт, грамадская дзейнасць. З 80 заявак задавальняецца толькі 50 – лепшая з лепшых. Победители республіканскіх олімпіад, областных олімпіад, участники международных олімпіад – это талантливые дети, которые заслужили такое внимание со стороны власти, и каждый год сумма определенно выделяется для вручения этих премий. В этом году более 100 миллионов рублей выделено с областного бюджета. При Гомельском областном выполнительном комитете створена специальная комиссия, которая принимает пропановы от каждого района в области. На подставе этого назначаются переможцы. За 17 годов існавання державной премии по поддержке талановитой молоди было узнагороджено свыше 800 подлетков Гомельщины. Евген Побаловец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».
Яще 5 літераторів Гомельської області стали лауреатами премії ім'я Кирили Туровського. Церемонія уручення відповідних посвідчень пройшла у обласній універсальній бібліотеці. А в чим пишуть поети і прозаїки? Поцікавився Олег Сінцюров. На відсутність нових видань у бібліотеках не скаржиться. Ось історія русів чи покоління Сибірі, це російське видання. Є і айчинне, навіть ціла серія. Бібліотека Союзу письменників Білорусі. Міхась Сліва на Дніпровському лузі. Сліва – це творчий псевдонім гомельського письменника Михайла Ковальова. Сьогодні з книгою «Гумору не треба хвилюватися» він став одним з лауреатів премії обласного виконавчого комітету ім'я Кирила Туровського. У вогулі у гэтым годзе на конкурс було подадено 70 рукописів. Для порівняння, летась 42, у 2013-м, перший год проведення конкурсу, 37. Члени журі означають, на жаль, у некоторых молодых авторов не хапіло здольностей, каб написати твори, цікавыя для самого широкого кола читачоў. Але і при гэтым зрабіць выбор было непросто. Алексей Бычков усе тяжкости переодолел. Его «Любовь на отлеглости зорок» написана по мотивах историчного романа Михаила Расолова «Канцлер Румянцев Гомельский». Правда, гэта пьеса, ориентованная у тым ліку на сценичную постановку. Это не инсценировка романа, а это оригинальная пьеса. Потому что мною придуманы и персонажи, введены новые, которых нет в романе. Ну и да и сюжет, собственно, уже развивается под конец, он расходится с тем, что Михаил Михайлович Рассолов писал в своем романе. По великим рахунку, присуждение литературной премии Гомельского аблвыканкама – это протяг традиции еще советских часов, когда держава подтримливала талиновитых письменников и поэтов. Головное потребование до мастерских творов, которые представляются на литературный конкурс имя Кирилла Туровского, они должны рассказать про родный край, его традиции и культуру, а так само об знакомитых людях Гомельской области. Рукописи, которые признаются лепшими, выдаются особными книгами, правда, не вельми великими тиражами. Але это зусім не означает, что читачи за ими николи не знайомиться. Работники бібліотек подкреслюють, друкованные видання сьогодні по-ранейшому застаються запотребованими, але є і інші можливості ознайомиться з написаним. Головне, каб читали. Беруть і аудіокнігу теж, але це ж не значить, що її не читають зовсім. Независимо от того, в каком виде, формате читают, главное, что ее читают. Если есть какая-то искра Божья, скажем так, то человек пробьется. Олег Сінцюров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель». У Гомельском палацово-парковом ансамбле стартовал цикл новогодних ранішников «Новогодняя история у палацы». Урочистая премьера стала подарунком для выхованцев Гомельского дитячего дома и районного социально-педагогичного центра в рамках республиканской доброчинной акции «Наши дети». У подобном формате забавляльного ранішнику казки святочное мероприемство для детей тут было организовано упершиню. На час урочистого действа колонная зала палаца Румянцевых и Паскевичев перетворилася у займальную интерактивную пляцовку с цікавыми гульнями, конкурсами и викторинами, а так само пригожими театрализованными и танцевальными нумерами. У вазе юных глядачов был представлен святочный баль Ирины Паскевич и займальная история, якая отбылася под час яго. Полная авантур, пригод и безумовно новогодних цудов. Ребятам треба было вызволить принцессу Ирину от ледяного привида и его слуг. Зласливых тенів. Допомагали ім у виконанні гэтых творчых выпрабаванняў добрая казачніца і калядныя эльфы. Безусловно, наши маленькие гости – это главные действующие лица нашего мероприятия. Они будут выполнять все задания, которые мы для них придумали, решать все загадки и ребусы, танцевать, петь песенки, играть, наряжать елочки, собирать снежинки, прорываться сквозь снежную бурю, бороться с монстрами, кормить волшебных зверушек. Я думаю, что скучать им не придется. Проведение новогодних ранішников у Гомельском палацово-парковом ансамбле протягнется до 30 снежня уключно. Усіх его юных удельников чекают солодкие призы і пам'ятні сувеніри від дядулі Мороза і принцеси Ірини. Шмат сюрпризів напередодні новогодніх святов підрихтувала і творча група телеканалу «Беларусь-4». Серед їх – програми з циклу «Добрий вечір, Гомель». На гэты раз гость студы – чалавек па-сапраўднаму унікальны. Стваральнік адзінага ў свеце тэатра «Кошак», якому ў канцы 2015-га спаўняецца чвэрць стагоддзя. Народны артыст Расіі, стваральнік школы дабрыні Юрый Куклачоў. Гадзінны эфір – гэта не проста творчы вечар артыста, гэта міні-прадстаўленне. Глядач даведаецца пра дзяцінства, станаўленне будучага сусветна вядомага клоуна і сённяшняе жыццё Юрыя Куклачова. Глядзіце праграму «Добрый вечар, Гомель» сёння ў 19 гадзін у эфіры «Беларусь-4».
І на гэтым наш ранішній выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам плённага дня. До новых сустрэч у эфіры.